Женщины Тонуса по известным причинам очень соскучились по путешествиям. Поэтому в предпраздничный день коллеги сильного пола пригласили их в круиз на поезде мечты. Получив в подарок железнодорожные билеты, они незамедлительно отправились в путешествие. Добро пожаловать! Да, прошу, присаживайтесь. Дамы заняли свои места согласно подаренным билетам, и стюарт сообщил, что первая остановка будет в Берлине. Итак, встречаем Рамштайн Скутерович. Здесь вспомнили и традиционный пенный напиток, и капитал Карла Маркса, и даже Клару Цеткин. Восьмое с тех пор стало красным числом, мы стали его праздновать. И международным царцаженским днем мы стали его называть. Мы стали его называть женским днем. Женским днем ца-ца, тра-ля-ля-ля. Мы стали его называть женским днем. Женским днем ца-ца, тра-ля-ля-ля. Мы стали его называть. Ну нечего делать, приехал в Париж, а тут жарят лягушек, а ты говоришь. Тут девки гуляют, в чем мать родила, вот такие дела. Сало здесь не едят и капусту не жрут, лягушек жарят тут. Это был пьетужур абажур, любимец женщин, бабушек и девушек. Итак, дорогие дамы, так, а почему свет вырубился? Туннель. Какой туннель, вы еще не тронули? Сейчас я узнаю, секунду. Так, у нас забастовка. Готовы? Забастовка. Мы дальше не поедем. Стюарт проявил чудеса дипломатии, и, несмотря на французскую забастовку, вагон, где ехали сотрудницы Тонуса, не отцепили, и поезд мечты повез их дальше. Вас встречает участник фестиваля в Сан-Ремо, мистер спагетти пиццерии на макароне. 8 марта, цветы к ногам, 8 марта, и тут, и там. Хочу любить. 8 марта мне не забыть. Но Италия – это не только горячие парни, пицца и спагетти, но и знаменитый остров Сицилия. А там, конечно, не могло обойтись без происшествий. Вы как-то уже догадались, это ограбление по итальянски. Шарини, смотри, какая публика. А что можно поиметь? Гребчонок, мы возьмем не только круассаны, мы заберем у вас более ценные вещи. Итак, мы едем дальше. Все, мы поехали. Я договорился, между прочим, с Интерполом. И сейчас ведутся международные розыски. И похищенное у вас обязательно вернут. Ну а мы с вами приехали уже в Турцию. Я турецкий султан и доволен всем. Есть дворец у меня, яхта и гарем. Несмотря на года, в космос полечу. Одного не пойму, что еще хочу. 8 марта придуман затем, чтоб мог поздравить султан свой гарем. В гостях у султана хорошо, а дома все-таки лучше. Итак, приближаясь к Сергиеву Посаду, надеюсь, что вы сильно по нему соскучились. Вас встречает комендант вокзала, станционный смотритель. Здравствуйте. Ну что, все нормально, все добрались? Ну как бы да, но как бы почти нормально. Ну, что, разрешите поздравить вас с возвращением на родину. Угу. Дома всегда лучше. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Город поздравления в Подмосковье есть. Центр притяжения, радости, заряд.
город поздравления Сергиев Посад. Там живут счастливые чудо-мужики, на лицо смазливые и не дураки. А выпить любят стопочку, любят погулять и 8 марта женщин поздравлять. Слезы льют из глаз, как бы мы прожили, женщины, без вас.